Блин, извиняюсь. Микрофон. Я что, все это время сам с собой разговаривал? Капец. Почему-то перед... После остановки запуска микрофон не включается. Не знаю, с чем связано. Ну ладно, я все равно всякую фигню говорил. Это хорошо, что вы не слышали. У меня там просто паник мод был. Я думал, что все пропало, меня обманули все. Змея, да куда ходит у нас? Как-то все криво, не доходит он ни до куда. Ну, пойдем старика бить и потом башню. Что он отпочковался, что ли? А нельзя с обрыва скинуть, перетащить его туда. Черт, 10, да? Не нужны мне союзники сейчас всякие. Там башню я снесу. Нет, не снес. Но вот агро мне пригодится. Подождать змею, отойти инком, ударить змею нельзя было. Так. Слишком сложная комбинация. По-моему, я только что перегородил путь вот этим чувакам. Ну-ка, если вот так сделать. О! Ответит на удар. О! Вообще почти без потерь. Даже альфа нет. У меня все живы. Вот что самое интересное. Вроде бы. На тебе. Меч. А-а-а. Как тебе это? Башня. Вообще в легкую затащили. Помните, как мы в первый раз сюда ходили? Ну что, делаем свои черные дела теперь? По-моему, он стоит на трупе. Да. Давай, лучник, покажи класс. Играла еврейская музыка. Нет, нет. Это речь про то, что я лутаю. Все что ли? О! Могу в яйцо засунуть. Давай, змеюка, в яйцо тебе. Архимагу требуется колдовство. Так, ты пока стоишь. Ты лутаешь. 340! Оу. Вроде же все живы, сейчас я проверю. Ой-ой-ой. Я не запомнил. Да, вроде все живы. Ну все, мы все залутали. Все сундуки собрали, всех убили. Освободили чувака.
Дяденька, у тебя получилось, ура! Иди скорее к друиду, пусть расколдует моих маму и папу. Приятно видеть такую бурную и искреннюю радость. Даже слеза прокатилась по щеке. У меня еще маны полно, блин, ярости. Действительно, легко это оказалось. Где там этот дяденька? Блин, мы весь лес почистили, я так понял. Лес опустел, что делать-то? Игра кончилась. Ну рассказывай, снял ты амулет? Да, конечно, сильный же у него. А вот тут уже приврал. Отлично, рыцарь, давай его сюда. Теперь жители деревни спасены. Да и я верну свою силу. Ты заслужил хорошую награду. Столько-то золота, столько-то опыта и ловушка. Спасибо, дядя. Мана. Ну, этих я уже видел, байкеров. О, там можно почистить еще берег. И этих тоже можно почикать. Бутылки сразу скупаю, что, серьезно? Оба купить? Окей. Чатик плохого не посоветует. Так, у нас там еще квест на картину. Может пойти картину разбомбить? Как там этот квест озвучал? Разыскать портрет великого воителя сэра Редклиффа. За портретом должен быть тайный вход. Рассказывал о тайне заброшенного замка. Тайный вход спрятан. Они задались не стоишь попасть, параллеля попасть. Я так думаю, здесь надо вообще все подряд, да, убивать. Картина. За них же опыт дают и деньги. Что скажете, уважаемые зрители? Телезрители. Или стрим на сегодня все. Завтра рабочий день, как бы. Вот картина какая-то здесь одна есть. Чё? Ничего нету? А где же? А где же? А где армия? Ну давай, да, 15 минут тогда еще сделаем. Тут раз же здесь куча всяких армеек было. О! О, 600, 700, 1000! Что это? Что это? Как я буду качаться-то на них? Четверть моей байки. Я же не выживу. Лукари меня сейчас сразу сходу здесь. 103 только умрет. Идите вы. Плохая картина. Не пойду я сюда. Кто здесь сюда? Ну я сам решил как бы проявить инициативу. Блин. А я-то думал, что я же крутой стал. Совсем крутой стал. Башни магов, квест арены судного неба. Зачем наказуемо? Кстати, да, надо посмотреть, что за там квест там с
судного дня. Так, стоп, башня магов там. Каким же макаром с яростью проходишь? Ярость. У меня нет здесь чуваков больше, чтоб ярость набрать. Может, я бутылку выпью? Не, думаю, это на следующий стрим оставим, вот это вот судного дня, что-то поздно уже. Уже голова. Нет, у вас ладно, там час с чем-то, у меня 3 часа. Завтра рабочий день еще. Всем спасибо за просмотр. И думаю, до пятницы. Если я опять там не наберу где-нибудь вдохновение на стримах Грейписа. Да, всем спасибо, что подсказывали, помогли мне. Давайте пока. Так, сохраняемся.